Апелляционный суд Лондона признал незаконными планы Великобритании отправлять просителей убежища в Руанду на период рассмотрения их заявлений. Восточноафриканская страна согласилась временно размещать таких людей в специальных центрах. Соответствующая договоренность была достигнута в апреле. Суд в итоге постановил, что Руанду нельзя считать безопасной третьей страной. The deficiencies in the asylum system in Rwanda are such that there are substantial grounds for believing that there is a real risk that persons sent to Rwanda will be returned to their home countries, where they faced persecution or other inhumane treatment, when in fact they have a good claim for asylum. In that sense, Rwanda is not a safe third country. Это решение – тяжелый удар по консервативному правительству премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которая пообещала сократить число легальных и нелегальных мигрантов, прибывающих в страну. Радикальные меры по высылке просителей убежища вызвали протест правозащитников и ожесточенные дебаты. Адвокаты высылаемых подали иск. Британские власти заявили, что обжалуют решение апелляционного суда.